Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь. 10 основных фактов». Подписка, пожалуйста, незамедлительно. И какой-нибудь необидный комментарий, а мы начинаем. Факт номер один. Решение проблемы клиента. Решение проблемы – задача нетривиальная, хотя бы потому, что эта самая проблема редко когда находится на виду. Фраза «наш товар лучший, потому что у него лучшие характеристики среди всех конкурентов или низкие цены» – это самый короткий путь в забвение. Умение идти на уступки. Сохранить существующего клиента дешевле, чем найти нового. Карл предлагает делать небольшое вложение в покупателя за счет фирмы. Отказ в минимальной просьбе может послужить серьезной обидой на компанию в целом. Работать до последнего клиента. Сьюэлл советует обслуживать покупателя тогда, когда удобно ему, а не фирме. Иногда нужно пренебречь графиком. Например, если рабочий день уже закончен, а клиент желает совершить покупку, его непременно нужно проконсультировать и завершить сделку. Давать больше. Люди покупают не вещи, а эмоции. Карл рекомендует всегда давать клиенту больше, чем он ожидает. Это можно осуществить с помощью приятных бонусов к покупке, бесплатной технической поддержки, скидок. Пятый факт – не улыбкой одной. Чтобы сервис создавал позитивный имидж, нужно, чтобы и предлагаемый товар, услуга были на достойном уровне. По мнению писателя, любезное отношение составляет не более 20% успеха. Посетитель не вернется в ресторан с невкусной едой только из-за вежливого официанта. Шестой факт – ответственность на каждом сотруднике. Автор приводит в пример компанию General Motors, в которой отсутствовал отдел контроля, при этом качество продукции достигало 90%. После того, как руководство приняло решение обзавестись технологами, качество снизилось. Это свидетельствует о том, что персонал чувствует себя свободно, зная, что его работа будет перепроверена. Выполнять обещанное. По мнению Сьюэлла, фирмы теряют клиентов не из-за высокой цены, а из-за невыполненных обещаний. Восьмой факт. Расти над собой. Преодолевать трудности нужно решительно и без проволочек. Если компания виновата перед клиентом, ответственное лицо обязано принести извинения и приступить к решению спора. Карл рекомендует заниматься постоянным совершенствованием бизнеса. Уважать сотрудников. Персонал не будет уважительно относиться к клиентам до тех пор, пока не почувствует того же от руководства. Владелец бизнеса должен позаботиться о хорошем оснащении рабочих мест, чистоте и комфорте собственных работников. Заключительный факт. Правило $500. Нужно уметь разграничивать хороший сервис и капризы клиентов. По мнению Карла, фирма может потратить на прихоти покупателей до $500. Если эта сумма выше, нужно отстаивать правоту компании. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, незамедлительно подписываемся на колокольчик, оставляем комментарий, заказываем новые обзоры и читаем книгу Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь» вместе с «Читай быстро».